Здравствуйте, уважаемые друзья. Это Слава из города Нейплс, штат Флорида. Я что-то вам давненько не снимал ничего интересного тут про город Нейплс. Вы знаете, у меня много очень вопросов о том, что есть с видом на Мексиканский залив. И вот сегодня я хотел бы вам показать квартиру. Значит, две спальни, офис. Вот это офис. Две спальни, две ванных. Эта квартира стоит 500 000. С видом на залив, прямо на заливе. И платежи в ассоциацию домовладельцев где-то составляют около $700 в месяц. Это так дорого, потому что здесь, соответственно, конечно, в этом здании надо содержать крышу, лифты, подъезды различные, ну, само здание, коридоры, убирать мусор. И вода здесь, конечно, включена, телевизор, кабельные каналы и так далее. Поэтому, как бы, вот вы сейчас можете увидеть, что такое квартира за 500 000, и это банковская, так называемая foreclosure. Это просто банк забрал за долги дом, у кого была ипотека. Ну, соответственно, банк поставил сюда немножко мебели для того, чтобы сделать это более презентабельным. Вот, и поэтому тут, как говорится, вот ванная с душем. Этот дом был построен в 1990 году, и, соответственно, так сказать, декор у него именно того периода. Вот. Но, по крайней мере, вы, так сказать, можете увидеть, сколько стоит дом за 500 000, точнее, не дом, а квартира за 500 000 в комьюнити с очень красивыми зданиями и с видом на Мексиканский залив. Вот, и поэтому, если вы выходите на балкон, у вас вот такой вот вид здесь. Сейчас покажу залив. Вон там лодка с парусом даже. Можно приблизить маленько. О! Вот, как видите, вот так вот виден залив здесь. Здесь вид тоже на бассейн. Короче, господа, товарищи там или еще кто, квартира за 500 000. Вот и все дела. Все, пока.